Ах, Ёлежавей, как ты посмел убить молодого барина? Погоди, погоди, чей ты будешь? Харитонов. Я знаю твоего отца, служили вместе. Как ты посмел убить молодого барина? Твой отец провалился бы от стыда. Сведем его на расправу и кащу. Это что? Ты за что повесил с ним связался? Он украл с дупа кольцо папинка. Докажите отдать кольцо. Какое кольцо? Из какого дупла? Да мне Марья Кирилловна, да то кольцо. Да, значит, тут замешалась Марья Кирилловна. Признаваться во всем. Или отделать тебя розгами, что ты своих не узнаешь. Постойте, папенька, я сейчас все расскажу. Я бегал по двору, и Марья Кирилловна открыла окошко и нарочно уронила кольцо. Кольцо положил. И этот скверный мальчик. Ах, не нарочно, а ты хотел спрятать. Степан, ступай за розгами. Постойте, папенька, я сейчас все расскажу. Сестрица Мария Кирилловна велела мне сбегать к дуплу и положить кольцо. Я и сбегал, и положил. А этот же мальчик. Ты чей? Я дворовый человек, господ Дубровский. Ты, кажется, меня господином не признаешь. Что ты делал в моем саду? Малину брал. Каков пол, каков и приход. А разве на моих дубах растет малина? Папенька, покажите ему отдать кольцо. Молчи, Александр, и не забудь, что я обещал с тобой разделаться. А ты, Рыж, я вижу, ты мало не промах. Отдай кольцо и ступай домой. Заберись и следи, чтобы не сбежал. Или я со всего дома шкуру сбежал.